Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах союзного государства и на южном фланге Беларуси. Это тоже граница союзного государства. Мы договорились провести совместное мероприятие. Сегодня мы видим, что нам надо в этом регионе западном и южном белорусском балконе провести солидное учение. И эти учения не должны быть чисто белорусскими. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами Запада, Прибалтика и Польша и Юга Украины. Учения мы планировали начать в феврале, да? В феврале, то есть. Точную дату определяется. Точную дату определили. Сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули чуть ли. Никак воевать не собираемся.